Почему коллеги? Потому что мы с вами собрались здесь сегодня для решения одного общего вопроса. Улучшение работы ТСЖ. Собственников жилья. Здесь у нас сегодня представляют администрацию города Егерь Сергей Владимирович, управляющую компанию Октябрьская, потому что ТСЖ у нас сегодня Октябрьского района, Липатов Сергей Васильевич, и юристы, в данном случае Шкаранова Ирина Сергеевна, это юрист по вопросам ТСЖ. И я, Каменев Сергей Владимирович, директор бизнес-инкубатора Орский, куратор программы ТСЖ. По программе «Хозяин дома». Эта программа была принята несколько лет назад. В данный момент я являюсь ее куратором. Значит, чтобы понятно было сегодняшний наш диалог, именно диалог, а не монолог, пожалуйста, задайте любые вопросы в устной форме, в письменной форме. И не только сегодня, но и потом Ирина Сергеевна вам даст телефончики, чтобы можно было вести обширную беседу на эту тему. Потому что одной встречи это не закончится. У нас сегодня проходит собрание с ТСЖ Октябрьского района. В понедельник будет собрание ТСЖ директоров и представителей председателей Советского и Ленинского района.